Отравите. Я чувствую твой запах. Пока нет. Это да. Павел Станиславович использует технику шаолиня, стравливая, развязывая и затаскивая. Отобрал мою работу, понимаешь. Ты особо и не планировал работать, насколько я понимаю. Здесь появился. Концы подобрать, собрать аккуратно все. Это гавань Гёчек. Не, я люблю таких, которые работу отбирают. Отсюда происходит старт нашей маленькой регаты. Это гранд-маршал Пал Палыч. Это кузнец Николай, который потрепал нам нервы чуть-чуть. Всю жизнь. Так, наверное, маленькую, да, я такую сделал. Смотри, которая? Это. Так мы до нее сейчас доберемся и пересядем. И угоним. Было бы не дурно. Как у тебя с навыками угонщика? 10-10. Красавчик. Я ни капли не сомневался. Ну вот, друзья, как бы тут больше не на что смотреть. Как? На меня можно смотреть. Ты вода, огонь или как другие работают? А, ты как другие работают. Я змей. Вообще работаю сейчас только я. Капитан, улыбнитесь. Скоро увидимся.
7:30. Завтра они могут. Можете читать, не можете смотреть. Я это уже понял, да. Ночью прям реально дешевле. Да. Да может, ничего. Жарю стейки для закуски, а на ужин сегодня ленивые голубцы из линейки Ельниц и сибирский суп с грибами. Мы в Средиземном море, сегодня 21 октября 2023 года. Со мной мои друзья, новые и старые. Yo, what's up, man? Check it out, everybody. Hello. Не тот ящик! Ваша 40? Стопе.
стоишь на небе. Я могу в лодку сесть. А что их нужно поджарить? Так, забирай себе конец. Будешь просто молодец. Что со вторым-то веслом? Вообще вплавь должны были пойти. Так а что с ним? Не собирается или что? Давай иди, иди. Оля, дай сюда, мы сами сделаем. Ну, хотя бы будем второй штукой грести. Паша, веревку нам кидай. Давай, давай. За концом, да, следи, пожалуйста. За своим и за моим. Да я здесь грибанул. Так, все, идем до кнехта. Как кнеху идем до кнехта. И не спеша. Ну, раз уж ты там сел, то тебе придется на берег выстрыгивать. Не вопрос еще. Надо ее. Давай своим пускать. Да, здесь было, блядь, выше, чтобы был вклад. Давай, давай, своим, своим. Давай, я здесь. Это. Веревки. Я понял. Сейчас я ушел здесь. На, вот туда. Да, да, да. Можем здесь подойти к берегу, и я выскочу просто напросто и по берегу протащу. Зачем? А? Здесь скользко. Ну, вон туда зайди, вон туда, вон здесь. Я понял. 5 метров. Вот прокладки лежат. Сука, запуталось все. Только что, блядь, складывал. А? Вам-то смешно, а здесь все запуталось. Сидит. Володя, это лодка. Дима, это водка. Сейчас аккуратно. Я говорю, аккуратно. Ага. Если камеру дашь, будет уверен. Вылезай. Я его закинул на камни. Нет, держать воду. Я его закинул на камни. Шо вы как первый раз? Ух. Высоко. Ягодки. Ой, кусты, кусты колючие. Так сделай еще петлю из свободного конца. Большую, большую, больше возьми. Не, ну да. Но это не петля. Обратно. Просто вокруг обвяжи еще и на узел. Тогда точно никуда не уйдет. Одного раза достаточно. Колючее все какое. Как будто хочет жить. А
Ничего себе. Ну, прикольно. Аккуратно. Я вижу. Так, нам лучше отойти. Оно сейчас здесь натягивается, бля. Склизко здесь, однако. Не, я там камушки, я по ним поехал. Я тут по такой дресне в прошлом году. Вы все? Ну пошли на гору, стали с нее спускаться. А там типа автомобильная дорога. А эта дресня, она мелкая фракция. Я по ней стал скользить. Ну вот, вот он вот такой вот. Да. Как я себе там руки расфигачил все. Причем я, ну, упал на ладони. Все ладони изрезаны были. До сих пор он шорты не зашел. Садись, я тебя оттолкну. А? Пока остаться? Ну, пока передай привет, не знаю, кому хочешь. Спасибо. А тебе не идет больше? Почему идет? Если ты видишь, у меня 10, давай. У тебя 12 карт уже, тебе больше не идет. Ты мне кидаешь десятку? В смысле, можно Дима, быть сколько угодно? Дима, можно сколько угодно. Дима, ты козырями пошел? Козырями ходишь? Больше 12. Нет, надо Паша под меня ходил. Больше 12, я такой даже прайза не слышал. Поэтому я забираю. Тоже раз такой слышал. Я раз забираю, я что я не имею по этих самых претензий. А, тогда... Что там? Дама? Коза. Кто не помнит, как давай пользоваться, ваша, то тоже сгони. Я не помню, как пользоваться. У нас есть два варианта использования гальюна. Так. Когда какашки вываливаются сразу в море. Это идеально, на ходу. И когда какашки вываливаются в контейнер. Который потом вываливается когда-нибудь, куда-нибудь. В море. В море или там за деньги. И так далее. Другой вариант. Но! Неважно, куда какашки вываливаются, главное, куда они вваливаются. И у нас есть два тут варианта. У нас... Я предлагаю на живом примере. Да. Мы сейчас это все сделаем. Но! Во-первых, то, что вошло в тебя, то должно выйти из тебя. Ну, в том или ином количестве. Да. В том или ином виде. Никаких других бумажек и чего другого туда попасть не должно. А бумажки куда? Бумажки есть отдельные, как бы, корзинка. Ну, возможно, есть. Она есть точно. Вот тут находится, вот она здесь находится. И ты сюда бумажки выкидываешь. Угу. Только то, что из тебя. Но! Есть исключение. Понос? Блевака? Нет! Оливки. Так. Пожалуйста, с косточками не есть. Достал из горшка и выкинул в ведро. Так, ты сейчас очень серьезную тему затронул. Да. Я очень люблю есть оливки с косточками. Это полезно для желудка. А Сереж на улицу? Сразу с кормы перевесил. Ну, вот и вся инструкция. А ты уже хочешь отвязываться, что ли? Все мы это отказались. Халявщик. А ты так вот
будто бы не делал так на чекиле. Не делал. Не помню. Делал. Ну ладно. Значит, я тоже халявщик. Так, пока мотор работает, надо, наверное, все там подзаряжать. Так, еще раз, человек, который никогда не пользовался. Окей. Чем мне нужно попассировать? Под провод, все хорошо. Рычажок, который переключатель, налево. Его налево. Накачиваешь 10-15 качков. Увидишь, что у тебя там набралась вода. Погадил. Погадил. У тебя все плавает. Переключатель направо. И этим же рычагом, да, выкачиваешь до полного исчезновения. Отлично. Вода, туалетную пошли. Бумагу туда не кидаем. Вода забортная, можно потренироваться просто. Да. А, туалетную бумагу, грундук, который, ну, ведерко под умывальником. Оно там маленькое такое, но там хватит. О, блесна готова, если что. Спасибо. Обращайтесь. Так, там нужно это. Еще кое-что сделать. Раз в три дня. Лимит. Я не понимаю, почему ты раз в три дня собрался кушать. Я именно собрался худеть. Чуть-чуть перестал и резко перестал курить. Ну неплохо. Я тогда тоже закончу. Она у тебя что-то снимает, что ли? Да, таймлапс. Ловить рыбу. Так забавно со спиннингом на яхте, вот когда вот так вот идешь. Кстати, вот рывки, такое ощущение, что у тебя поклевка такая, это идет. Домик
Остров, это вот этот, вот это? Вот это вот. Нет. Да. А, да, точно. Там же дорожка еще была такая. Да, так вот она с этого причала начинается. А, вот она. Да. Я и говорю, что здесь какой-то скромненький домик будет. Ну вот это дом, в принципе, а там ведь еще есть. По-моему, здесь я не видел. Чего больше? А вот его специально так и сделали, чтобы их не видели. Ну, посмотри, какой. Ничего скромного. Так, все по местам приготовились. Освещение. Скидываем же дом, это порядок. Вот мы скидываем, когда вы припаркуете, наверное. Вообще никто не машет. Мы... Там такое место, конечно, другое, то есть зайти и встать этим. Там же вспомни, там же с двух сторон можно вставать. С шлагом. А, Дим, тогда в этом случае тебе нужно веревку перевесить на... Ну, как чем, если там есть место. Ну, надеемся. Брать лодку. Ты куда будешь заходить? И прям сразу направо и вставать. Вот справа от катамарана будешь? Справа, да, и уходить направо. Куда лодку? На тот борт перевязывать? Лодку на тот борт перевязывать и швартом перевязывать. Там, смотри, с этой стороны стоят и с той стороны, походу, тоже все забито. А внутри-то там есть место? Так вот я и говорю, что внутри забито все. Я даже не вижу, чтобы у вас мака нам махали, скажем так. Нет, махают. Где? Между яхтами там мальчик пробегал с ладошкой. Он прошел. Нет, да, турики ходят. Так нехорошо сейчас, подожди. Вкусно. Там все есть, да. Слева, справа машина. Возмаки и машина. Нас не ждут возмаки. Я не вижу там. Скажите, когда будет метр? Отсюда можно с этого пирса, короче, метра. Прыгать? Тормози. Вперед, говорят. Вал, сам вал. Вова.
можно. С этого пирса можно будет прыгать с алтухи в воду. Это первое, а второе можно порыбать. Да. Перфекто. Перфекто мобили. Вспоминаю вновь и вновь. Ох, сколько рыбы. Кефаль. Идем? Так точно. Угу, спасибо. Дальше я пойду на левую. Чё, куда нам показали? А я не понял. Show me once again, please. This way? Yes. Okay, thank you. Это интересное вот здесь.
Крутяк. Ну а лесенка вот до сих пор даже тут есть. А лесенка? Вот видишь, по скале лесенка идет. Да, ну, вижу. Прямо к конусу. Вижу, вижу. Заранее. Здесь принять и его провести вдоль борта. Помнишь об этом? Здравствуйте. Он тебе даст мурин, вдоль борта приведешь, она за. А эта штука вообще нужна тогда? Да, конечно. Давай. Че, она не эта? Нет. Я пройду. Слегка поглаживал живот мужик, вот тот. А яхты-то тут и нету вообще никого. А? Никого нет здесь, кроме нас. Ну и хорошо. Да это вообще прекрасно. Так, ну я им кидаю сейчас сразу, еще до того, как Коля Мурин их захватит. Что говоришь? Кидаю им сразу, еще до того, как Коля к Мурингу подцепится. Ты со Швартовыми, Коля с Мурингом. Это разные мероприятия, ты ему все делаешь сразу. Коля ж Муринг. Главное, чтобы не халтурил. А тут эти портовые яхтсмены все на одно лицо, с одной прической. Он просто перебежал с того места на это. Супер. Айди, бисмилля. Оп. Вперед, 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 вперед. Просто вперед чуть-чуть. Тяни! Наверх! Зафиксируй! Фикс-пресс. Зафиксировал? Капитан, пуль газ нам. Бэк, реверс. Газ, 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 газ. Газ, газ, но пуль. Мор, 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 плиз. И трай морик мор. Мор. Релик. Very good. I think it's enough, huh?
or you come back? Yes, yeah, that's okay. That's okay. Enough. Okay. Thank you. Welcome. Thank you. All okay? How was your day? How was your sale? It's good? Good. Okay. Always good. But please, I don't know, but any boat coming maybe, dinghy fixed for front of the boat. Your dinghy. Okay, okay. Thank you. Все. По-моему, мы далеко встали, нет? Так, а мы еще жопу под... Ну все, крутякс. И закончился. Ну как тебе сказать? Вот дай сейчас верно. Вот ты сидишь, и тебе комфортно, сколько сейчас верно. Thank you.
колючий камень. Я боюсь. Не нужно забираться, беги и прыгай. Вы скажите, когда снимай. Начинай. Я бы, если честно, с камней. Ну, а подальше. Я бы рекомендовал подождать, чтобы с двух сторон мы сняли видео. Видео идет. А либо... кто первый? Одного у Димы, второй у меня. Либо возьмите у меня камеру. Давай я кину. Где якорь? Ама. А нам и тут камень, надо вот именно туда, вперед. Вот именно вперед. Ну так-то вас снимают, если так, что. Готово все? Давай! С разбегу. Ялла! Быстрее. Папа! Ну как? Отлично! Давай второй пошел. Страшно. Ну а что делать, Паша? Выхода нет. Вова. Ничего, ничего, я тебя пару нет, комментариев. Слушайте, немножко страшновато. Да, все, спасибо. Я просто подумал, может быть... Отсюда вид, конечно, на вас офигенно открывается. Может быть, камеру бросить Павлу, чтобы он заснял, как мы прыгнем? Она села, походу. Блин, ты нажми на экранчик, там мы режим энергии. А, все, понял, понял. Главное, вперед, Паша. Это понятно. Так, все. Как лучше руки сложить? Над собой? Вот так? Да-да-да. Либо вертикально вверх, либо вертикально вниз. Либо вот так, крестик. Вот так, да? Можно? Да. Мазафакеры. Пульт? Давайте! Вот сюда. Двумя руками туда-сюда. Так, кстати, можешь сейчас перчатку порвать. О, я тебя сейчас приму, подожди. Все. Бульк. Ну как? Отлично. А ты будешь с камерой? Ну а куда мне ее деть? Теперь тяжелая артиллерия. Средняя. Водоизмещающая. Блин. Страшно. Очень страшно. Давай, я уже водичку подсолил вам. Я тоже. Ребят, коричневый шлейф это не соль. Чуть-чуть давай. Вау! Руки-то зачем расставил? Теперь. Ну давай, Вова. Мы в тебя верим. Теперь ждем выход. Штиль. Ну, ожидаются волны. Ну скажи что-нибудь. Мне страшно. Всем страшно? А в 8. Всегда бывает первый раз. На самом деле страшно из-за вот этой вот досочки. Да. А один раз ты сам знаешь, это не считается. Первый раз не кентобраз. О, подходи потихонечку, просто без толчка. Шаг вперед. И рывка. Зажми камеру посильнее. Яйцами.
рукомет. Да, сейчас. А, работает, все работает. Работаем. Слушайте, работаем. Ну это прям преодоление себя. Я очень боюсь высоты, хотя сколько, 7 раз прыгал с парашютом. Не проходит боязнь. Смотрите. Куда это ты засунул свою руку? Блин, я бы еще раз хотел. Засунуть руку? Проказник. Да. Я думаю, что да. Бери малого, он тебя составит компанию. На красную кнопочку нажать. Нет, я запись там уже выключил. А? Я запись выключил. Справа кнопочку там нажми. Только на нижнюю почему-то не берет. Прикольно, да? Она играет прикольно за счет грузика. А это тебе вчера турки дали? Угу. Карелия, ребята, почти рядом стало. Почти рядом стало. Куда? Карелия. Посреди. Хотел что-то сказать по-рижски, но понял, что такого не бывает. Но зато смешная шутка получилась. Ну давайте попробуем еще раз в этом месте. Если не получится, буду менять места. Тыркает сразу прям. Но не может схватить. Причем не видно ее. Не видно, абсолютно нет. Ну, как бы должно быть, уже много рыбы. Причем так уверенно дергает. Фуга, рыба, кит. Подержи секундочку, пожалуйста. Ну,
фуга-фуга рыбочки. Он под деревом сидит. Есть. Ничего не делай. Все хорошо. Что это? Какая-то ёршик. Забагрился. А, так вот почему не клюет. Ну, в смысле, они малыши совсем. Ну что же. С плащином. Альпачино. Так а может быть как раз на него и надо было дальше? Очень может быть. Но только нужно крючок тогда другого размера ставить. Положи на дно на секундочку. У тебя провиснет леска. Угу. Ну? Было, да? Как будто бы было. Не, ну сейчас-то ничего нет. Пал Павлович, не желаешь присоединиться? Мы можем взять 2-3 палки. Есть. Фугу. Да. Не фугу. Не фугу. Это группер. Супер группер. Отпускаем? Нет. На наживку? Да. Надо вот смотреть в кустах. Да. Похудела одна мелкота. Ну. Посмотрим. Может мелочь все выловит. И большая придет. Пойдет крупняк. Лапа. Это прям группер. Ну, а еще, как бы, если поймаем сучек 10, можно бомбическую уху сварить. А, бунлаунг-то? О! Да. This one is grouper. I know this time. This one is no problem. It is becomes crispy. I know. Браво. А малаш, ты сижу. Тут дно было. Пап, дай мне это. Группер, да, снял. Что? Группер, говорит, такой. Не, вот это вот. А это я не знаю. Это окунь тоже этот. Молодец, мужик, куда шел такой, да не. Группер. Пиздец, я хотел поставить на самоловку. Взял, выбросил. Мужик, молодец. Просто взял и выбросил. Бля, группер, молодец. Может быть это, типа. Может быть его туда же закинуть? Не, может быть они краснокнижные такие. А это вот что такие за штуки такие приплыли. Это, трава. А, это хорошо. А два грибы. Не зря его звали Паша Удачная Рука. Или Павел Верная Рука. Или Павел Быстрая Рука. Самая быстрая рука, но ты там сам был. Размножаются. А там есть еще на что клевать-то? Можно пробовать менять места. На крючок. Ну, если клев будет, то на эти крючки и так будет клевать, потому что они сырые. Ну, короче, цветной мотнёй. Ёлочный. Всё. Очень надеюсь, что вы с другой стороны пойдёте. Вон там, тут больно. Вон сюда идёт. Сюда попробуйся, тут ещё травы везде.
Сейчас, вот здесь. Так попробуйте сюда, не? Попробуем, конечно. Вечер долгий. А, ну да. Да, такой раз уже был. Ой, сопль. Что, зажарим на ужин? И на подушку пойдет еще. Алекс, на носки. А у нас Анастасия, у нее палец. Шум дает мне возможность покурить сигаретку и осознанно выпить. Бахай за обзора, сами шляпнуть. Добра, удачи, здоровья, влады, уюта, мира, мира. И мира. Мира. Ты сейчас за мир. Что дела? Что так? Не буду с вами. Ты в страну залез, я? На себя подними просто. Так точно! Поворот! Отлично! Вот мы и в Греции. А флаг будем вешать? Или не надо? Мне нравится самому с собой разговаривать. Да все одно, кнопки закрыты. Да. Получается босс Бурун
Вот затем, да, было у острова? Да. А нам надо куда-то туда? Да. Ничего не знаю. Что желаете?
работает магнитола. Именно так, да. То есть его
сам себя затягивает. А причем не затягивает вдруг. Вот это съемка. Ну не затягивает, да, и типа скоро вернусь. Не-не, я у меня осталось минута. Да? Я там смогу по лестнице пройти или неудобно будет? Понял. Никуда тянешь, а вот на себя и. И он звонит. Это мой. А кто там звонит? 983. Выключи громкость и пускай звонит. Опять, наверное, какие-нибудь. Машонки. Машонки, да, из Сбербанка. Рижские, украинцы. Да. 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 Да
Так, есть ром, две бутылки у нас. Есть виски, одна бутылка. Есть водка, есть джин. Джин, да, джин могу сделать с тоником. Ну, давай, джин с тоником. Спасибо, до свидания. Спасибо, матушка. А, поворачивай. Давай.
коли будешь травить. Диме скажите, чтобы удерживал. Дима, удерживайся, будем поворачивать. Я понял, я держу. Я готов. Коля готов? Да. Поворот. Коля. Ее отпускаешь, когда начинает перекидываться. Весь разлил, его там чуть-чуть было. Джим, знай, спорт необходим. Соблюдает меня режим. Джим! Даже опытный пират будет в схватке с ним пират. Потому что пьет пират. Джим! А потому что пьет пират. Потому что пьет пират. Потому что пьет пират. Ой, как хорошо. Там, блин, так жарко. Будем здравие, бояре. Паша, ты вообще не в ту сторону. У кого сигареты есть? Остальных нет. Дайте, пожалуйста. Я вот вообще не знаю. Я по полочке лежат. Да, они как по полочке лежали, так и лежат. Да, мы видим, как есть сигареты. Thank you.
подняли и греческий флаг. И хотелось бы греческий салат, но он и будет. С йогуртом, правда, вместо брынзы или какого-нибудь фетаки. А Цезаря не будет? А? Цезаря убили. А убили. Вот она, Греция. Да, ребят, это Греция. Погреться в Греции в октябре. Ага, ровно вот туда. Мы идем снайперским выстрелом. На свою дачу. Да, да, да. Мы на свою дачу снайперским выстрелом. О, это прекрасно, друзья. Поляризован. У поляризованного экрана парализованный хозяин. Так точно так же все есть, боком поворачиваешь и ничего не видно. Да, я вот у Маши крутил и вертел, все видно. У Маши был старый айфон, который ты решил поплавать. Там же тоже было вот так нормально. Вот да, я посмотрю. Секунду. Можешь даже от себя показать. Да, все видно прекрасно. Ничего не изменилось. Хорошо. А может быть современные технологии более современные? Так она же там есть горизонтальная, вертикальная и круговая. В айфонах, наверное, просто круговая. Что сейчас за пленка? Защитная пленка. Она как раз, наверное, не поляризована. Пол Палыч. Щелкни меня, пожалуйста, вертикально и горизонтально. Готов? Прям хороводы. Да. Опять рыбка? Так, скорее всего. Про грибной суп поет. Это грибно.
dinledik sizlerle. Geçen yıl Alman DJ Felix Hill'le çalıştığı Corner Club'la Avrupa'da listelerde gördüğümüz Ray Dalton ve bu yıla ait tekli Duet Again hemen ardından Eleni ve Brad Open Caris düzenlemesiyle Run Pantan'ın radyolarınızda olacak. Дай-ка туда, приеду. Приеду. Кайфовые карты. Бумажные? Ну вот такие. Наш расходник все равно.
полупластиковые самые прикольные. Их тасовать зашибись. О! Меня снимали. Кроль-крест. Кроль-крест. Чё, Паш, норм? У тебя есть 6? Нет. У тебя есть 7? Нет. У меня 8. So your turn. А ходят слухи, что там тусили пираты. Это не слухи, это правдивая история. Хорошо, это правдивая история. Они прятались где-то там справа, куда вот заходит все. А наверху они ставили своих наблюдателей. Ну, собственно, мы идем по пиратским путям. Осталось кого-нибудь только ограбить. А ром у нас есть. Заебись такая. И от ветра все скрыто. Аля, погодь, я тебя сниму красиво. Берега такие пиздец крутые. Давай! Красиво-то не получится. Ну, замедлен. А почему ты нас не снял? Почему не снял? Снял. Снял? Подожди. Давай. Сегодня ловить будешь? Этот? Потому что я не... Стой! Давай, отойди назад. Раз, два, три. Вы сразу так бегали бы и по канату бы не спускали.
вроде работает. Это работает. Да. Секретный контент. А, ты так хочешь? Конечно, ну давай, что я сейчас делаю? Нет. Я делаю море более соленым. Мне кажется, мы это уже увидели. Я там за минутку можно держаться? Павел Валентинович, пару слов нашим зрителям, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что я счастлив. Это круто. Я с друзьями. Это очень круто. С сыном. На море. На море. В конце октября. Да, это вообще просто фантастика. О, смотри, сзади. Ого. А что там? Гагара. Гагара. Ну что, на ужин Гагару? Должны быть рыба. Посмотрим. Да, это по семейству Поганковых. Хочешь поплавать с камерой чуть-чуть? Хочешь поплавать с камерой, говорю? С камерой хочешь поплавать? Вот подснять. Сейчас я... А?
лучше поснимай. Пал Палыч, ясь. Ну что, занырнешь с камерой? Ну ты ж не надеешься, что я на 20 метров нырну? Нет, конечно. С первого захода. Назад. Я просто тут поплавала. Да.
кидать? Я сам. Вот, вот ровно вот там. Да, на дне мы там. Видишь? Да. Мне кажется, я просто чекся. Нет. Да, я стреляю. Я не там. Да. А вот эти, которые правят под тобой. Ну вот они собрались на приманку, но не приедут вот эти дети. Но они такие маленькие. Да хотя отсаду у нас будет больше. А? Отсаду будет больше. Нет, вижу, что такого. Если они это совсем маленькие, то это чуть больше. А что ты сказал, кальдан? Как ты меня назвал? А ты тут паля не наденешь гандон. У тебя же перчаток сила, да? Надень, я отрез. Вон, смотрите, у меня отрезки. Я бы еще поднял чуть-чуть. Мне кажется, нужно на блесную искать траву. Ну, попробуй. Чего ты, блядь, на двигателе? Ну, вот и есть. Что, клюет? Клюет, не клюет, но мне кажется, что одна есть. Так, увидите, скажите. Не, там мелочь рядом тусит. Они вон пытаются наживку съесть. Ой, а что пишет? Прикольно, он на лодке катался, собачку выгуливал. Угу.
там есть в умывальнике вода? Меня хлебом не корми, меня рыбой корми. Да-да, и рыбой корми.
Володька, я? Не желаете ли вы жопки сполоснуть? Но, вы знаете, довольно чистая. Я понял. Ты прям не переодеваешь? А мне их все равно стирать надо. Я их вчера надел. Что у нас с водой? Она вокруг нас. Да, даже в этом бате что ли закончилось? Сейчас я приму тебя.
только хотел Павла Станиславовича снять храпящего, а он перестал храпеть. Так зато козы заблеяли. Да? Послушай. А то он говорит, что он не храпит, не храпит. Вот это все, слайд. У Димы сегодня день рождения и ответственная миссия. Он должен отвязать растяжки, которыми растянута наша яхта, потому что поднялся сильный ветер, и мы будем выходить в море. Сейчас он прыгнул с яхты и плывет к концу одной из веревок. Ему необходимо выбраться на берег, на котором острые камни, отвязать нашу веревку, и мы его на этой веревке вытянем обратно. Потом то же самое со второй, которая тоже, кстати говоря, провисла. Стояла яхта, она уже ушла. Надеюсь, мы сейчас быстренько уйдем. Отвязался. Какой сегодня, 25 или 26? Какое это такое? 25-26 октября 2023. 26 октября 2023 года. Тяни. Выбирай, все равно там запас дофига. Вот все, он схватился. Давай. Желтый, наверное, притормозить стоит еще. На полном ходу. Ой, как прикольно! Так быстро Дима никуда не плавал. Полом береги. Давай второго. Дима, с днем рождения! Благодарю вас, Павла. Бля, ну и ёпку попили. На якорь уже, наверное, надо идти. Подожди. Извините. Извините. Бля, кстати, так, чтобы я мог управлять. Лучше туда. Лучше туда. Лучше туда. Слабину, Дим! Дим! А? Слабину дать! Хотелось бы!
булинчань. Тимочка, сейчас быстро-быстро надо. Дима, давай быстрее. Тревожный момент. Собирай якорь. Готов? Сейчас одновременно вытягиваем Диму. Паша на носу собирает якорь. Надо сейчас Диме помочь подняться. Без проблем. Веревкой меня перекидывай. Смотри веревку. Какую? А, просто веревкой тяни к лестнице. Ага. На борту. Прекрасно. Ой, не трогай. Я случайно, простите. Надо весла из лодки достать. Да. Эти лестницу, платформу. Сначала. Какие-то слова, может, скажешь? Нет. Пожалуйста. Не за что. Ну, это же твой день. Расскажи, где ты находишься. Где ты находишься? Находимся мы где-то... Только не в мою голову, Цельсия. Не, я еще пока... Где-то в Средиземном море. Судя по всему, поворот на Мармарис мы уже прошли. Да? Нет? Нет? В общем, где-то на подходе к Мармарису, но туда мы не пойдем. Там мне интересно. И еще за повод, что ты шампанское открываешь. Я сегодня утром проснулся, и мне сказали, что у меня день рождения. Не наврали? Не знаю, я не помню. А зачем ты сразу прыгнул в воду после этого? В воду прыгнул, потому что... Капитан приказал. Капитан приказал. Рабы на галере. Да. В общем, я очень рад. Нет, хочется сказать словами всем... всеми нелюбимой песни. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это прекрасно. Ой, как она замерзла так. Усталые, но радостные возгласы друзей. Классно! Можно?
Вермут стоит рубль 32. Ты возьми скорее денег и купи у привычки меня. Знаешь, я давно уже влюблен в яркий цвет твоих огромных глаз. Завтра, может быть, тебя не вспомню. А сейчас посмотри, какие звезды. Там сегодня, да, небосвод. Не грусти и будь серьезным. Все проходит, и эта ночь пройдет. Прекрасная идея под этой штуковиной сразу же встроить кофемолку. И заточку для карандашей сбоку. Несомненно. А лучше две.
Прощайте, ихтиандры. Там к берегу особо не разгоняемся, там могут быть камушки. Нет, так у нас, смотрите, нас боком несет. Так. Дно. Сейчас через можно петлю будет, чтобы на меня не это. Через петлю проходим. Какой нежный-то, Володя. Аккуратная петля. Просто может кожи порвать. Ну, она может застрять будет. Назывался груздем. Все, сиди. Вот сейчас здесь начинается нормальный берег. А так. А так. Нет, еще чуть-чуть. Наша булета. Давай ему ко мне вот сюда. Еще. Да, его. Вот сюда. Нет. Здесь просто камней вроде бы нет. Какой херней, да? Понечку, чтобы понять, живое. Это что-нибудь из красной. Ай, вырубай, на камеру не будет ничего пивать. Тебя из-за камня не видно. Почти. Ничего страшного. Там 8%. Хорошо, до конца не снимет. Давай.
Я вот дойду до мыса и обратно буду возвращаться. Спрашиваю, что я уверен, что не могу.